Всем огромнейший привет! Ну что, я к вам снова с годным и юмористическим контентом. Как вы поняли, сегодня у нас УАЗ будет в такси. Только водителем буду не я, а ваша любимая блондинка. Встречайте! Всем привет, мои дорогие человечки! И сегодня снова я, ваша любимая принцесса. И сегодня я буду работать в такси вот на вот этом... Нет, тебя назвать красавчиком я не могу. Давайте-ка мы его преобразим. Та-дам! И вот совсем другое дело. Теперь мы с малышом соответствуем друг другу. Такой розово-черный стиль. Теперь мы можем отправляться работать в такси. Давайте, пожалуйста, рассчитывайте все и уходите. С таким декольте. Я вообще вот так сама смотрю, хоть и ориентацию меняю. Ну, я беру в аренду твое такси вместе с водителем на месяц. В конце месяца велик. Тебе придется с лысым с дядькой ездить. С вами? Да. Подождите, а сколько вам лет, ребяточки? Сколько лет вам? 17. Ага, тогда нет. А вы вот, вы семья. Ой, это мне аплодисменты. Да. А я не хотела разводиться. Отличная песня, ага. Значит, так размазалось все. Раз, опа! Кстати, на айфончик я уже себе заработала, а теперь я, знаете, на что буду зарабатывать? На Mercedes Gelandewagen. Я, кстати, тоже веган, и поэтому мы друг другу будем соответствовать. Все, не будем разглаголить, так что поехали. Возможно. Давайте. Ой. Не ожидала. Хотела вам помочь. Я просто в шоке немножко, то что тут девушка. Да. Обычно как-то мужчины. Слушайте, а как вообще-то решили в такси податься? Обычно же мужчины. Ну да, ну блин, это такая легкая работа, мне кажется. Ничего себе легкая, если пьяный какой-нибудь сядет. Ага, я тогда его, знаете, вот так вот раз. Ага, раз. Раз. С таким декольте, естественно, они приставать будут. Ага, вы думаете, ну, они, конечно, пристают, там, перевертуют как-то, но зато чаевые оставляют. Но никакого, там, никаких, там, этих грязненьких, там, всяких инсунуаций. Слушайте, не знаю, такое декольте, мне кажется, вы вообще провоцируете на что-то такое грязненькое. Не, ну, просто, ну, меня вообще-то Бог наградил, как бы, ну, вот такой грудью, что мне теперь прятать? Слушайте, наградил очень хорошо. Я вообще вот так сама смотрю, хоть и ориентацию меняю тут. О, не надо, у меня все нормально с ориентацией. Здрасте. А что-то она не черная совсем. А, ну да. Она все ПТС, мы когда-то. Что ли, черная? Ой, вас двое. Ну да. Да. Нам сказали, что машина черная будет. Да, вообще. И водитель профессионал вроде. Я профессионал. Садитесь, в общем. Поехали. Ну ладно. Высоко, да. Че, ремень есть? Ты знаешь, что у тебя не две педали, а три? Ха-ха, вы что, братик Петросяна, что ли? Дай, я знаю, я на механике уже достаточно давно езжу. Меня дед учил. Спорим, заглохнет? Заглохнет. Давит этот ремень, мне натирает. Вот тут вот. Красное, тут у меня красное. Больше, но не натирает. Тут красное? Да, есть такое дело. А по бокам розово. Что, получается ездить нормально? Да, это на самом деле... Мужики не пристают? Мужики... Если вдруг пристают, я обладаю самооборонством, самооборонными свойствами. Какие? Знаешь, я кунг-фу, карате, ушу и другие страшные слова? Лучше не проверяйте, а то я профессионал. Так, сейчас поедем, ну, или я допричешусь, вы не против? Да, не против. Сейчас. Нет. А мы точно доедем? А, точно ли мы доедем? Это интересный вопрос. Ну вот нужно на всякий случай пристегнуться. Ой, здрасте. Ой. Ай. Алло, мне Google,
сказал, мне домой. И она такая сразу, я знаю, где вы живете. Адрес такой-то, такой-то. Ага, я не скажу тебе, а то будешь потом меня искать там. Нет, я же девочка, я не хочу быть там каким-то автомехаником там или электриком. Вот те люди, которые построили вот эту машину, вот эти сантехники, которые строят машину эту. Сантехники. Ну, сантехники же, да? Ну, те, кто построили эту машину, да. Да? Вот сантехники. Они такие молодцы. Они, представляете, сделали. Не хочешь? Нет. Нет? А, ты же не... ты из этих или нет? Нет. А, нет. Ладно. И вот, они построили вот эту машину с двумя лючками с двух сторон. Можно пестики вставлять с бензином с двух сторон, представляешь? Класс. Серьезно? Серьезно. Вау. Я такая могу вообще не включать голову, вообще, когда подключаю, подъезжаю на заправку. Ну и сейчас мы быстренько с вами заскочим на заправулю, потому что бензика уже совсем мало. Вот, и поедем дальше, погоним. Ой, здравствуйте. Девушка, пожалуйста, мне полноценный бак второго бензина. Полноценный, да. Здравствуйте, здравствуйте. Четвертая колонка, полноценный бак второго бензина. Посмотрите, как выглядит прекрасно моя такая лейба. А представляете, как круто будет, когда... это будет розовый гелик. Я хочу, чтобы у вас было хорошее настроение. Ой, спасибо большое. Давайте, и вам всего хорошего. Фух, тут-то я подустала немножко. Заработала на iPhone сама в такси за, ну, чуть больше, чем за полтора месяца. Я думал, года. Ну, нет. Каждый день работала. На газу, что ли, ездишь? Сейчас газ, что? Газ? Газ дома у меня газ. Газ справа педаль. А. Так что на газу и на тормозе, и на сцепухе нормально. Да, походу так. А с буксами можешь тронуть? Как? С буксами. Ой. В ЖДМ стиле. Вспылить тут. Что это такие буксы? Ничего. Я не делаю никакие буксы. Боксы я... Бьюти-боксы я могу купить, как бьюти-бокс. А что такое бокс делать? Что такое бьюти-бокс, уже я не знаю. Кстати, зеленый. Давай, мы выигрываем. Мими, мне страшно. Мужчины, походу. А ну-ка, так кто там? А еще говорят, знаете... Мужчины! О, мужчины! Вот тупят вообще. А еще говорят, женщины тупят. Нет, мужчины. Дебильные стереотипы, да? Эти. Постоянно мне кто-нибудь, ха-ха, блондинка, блондинка. Да? Я такая, ой. Не, просто спокойствие, это... вы меня довезите, говорю. Нет, просто это такая педаль, она немножко такая жестковатая. Ага. Их тут, их как бы тут три вообще-то, если что. Ну а что вы себе не купите это, чтобы автоматом-то было? Ну, три педали, мне кажется, для девушки это вообще перебор. Да, потому что сейчас у меня идет же процесс визуализации, представляете? Сейчас взяла себе этот УАЗ и визуализирую себе, чтобы купить, угадайте, какую машинку. Ну? Угадайте, на что я коплю? Ой, я даже не знаю, наверное, на Мак. Ага, берите больше. На Феррари? О, нет. Есть песня такая, коплю на Феррари. Не, мне нравятся большие машины, чтобы можно было спокойно на бордюрчик подъехать. Рам? Не думает голова у меня. На машину круче еще. Да, близко, на машину. О, нет, в точку. Мерседес Гелендваген. Это который такой, это квадратный? Да. И вот у вас он получается очень похож на гелик. У меня, видите, на заставке стоит Гелендваген розовый. И я сейчас коплю. Розовый он будет? Конечно. Ой, блин, мужики перевернутся. Гелендваген розовый. Конечно, розовый. Так. Тебе не пойдет. Я? Тебе придется с лысым с дядькой ездить. С вами? Да. Не, я не буду с вами. Так у него есть гелик. Так у меня есть гелик. Два. Нет, я сама заработаю, сама. Мы, кстати, с вами, по-моему, подъехали.
Мы, да. Там же деревья. Так, с вас 896 рублей или гелик. Вы предлагаете мне Гелендваген? Ну, я беру в аренду твое такси вместе с водителем на месяц. В конце месяца гелик. О, нет, это попахивает какими-то нехорошими историями, а я девушка приличная. Зато на гелике. Нет, я девушка приличная и... Это знаешь анекдот, У меня шокер есть, если что. Шокер. Если что, ему можно отнять и... Давайте, пожалуйста, рассчитывайтесь, все, и уходите. А у тебя Apple Pay есть? Что? Apple Pay. А можно вот так взять, карточку провести? Эй, нет. Вы собираетесь рассчитываться? Сюда. Держи. Эй. Без отдачи. Поаккуратней. Без спасибо, дачи. Все. До свидания. Пока. Ну вот, вроде ничего так припарковалось. Нормально вроде. Вот, смотрите. В принципе, как и все. Как думаете, я нормально припарковалась? Чего для вас нормально? Нормально, да? Такая ярко-розовая. Спасибо. А для вас вы имеете в виду, что я такая секси-секси? Да, да. Секси-секси? Спасибо, спасибо. Слушайте, еще час ехать, что мне хочется как-то это. Так, вон там вот такой рычажок есть. Рычажок. Да. О! Все. Жизнь удалась. Не газуйте. А как же мне ехать? Ну вот как-нибудь так, чтобы я не проснулась. А? Извините, там просто кошка бежала. Извините, пожалуйста. Блин, это нормально? Кошка у нее бежала, блин. Я прошу прощения, да, девушка, слушайте, извините, вот, пожалуйста. Короче, это вот медленно едем, довезли меня и все. Угу. Нахрен все эти розовые, блин, машинки с блондинками. Если вот так тормозить на каждом светофоре, естественно, мы будем ехать полдня. Ну, как бы красный. Он как бы переключался уже. Извините. 1000 даю и все. Или я на вас пишу плохой отзыв. Ладно, только можете, пожалуйста, сейчас открыть приложение и поставить там мне 5 тогда хотя бы. Вот 5. Видно? Спасибо. Пожалуйста. Держите. Надеюсь, последний раз вас вижу. Да ладно, не ругайтесь. До свидания. До свидания. Не переживайте. Ну что, мои хорошие, мне неприятность. Я стояла на парковке, заглушила, сходила в магазин, и этот малыш перестал заводиться. Вот, смотрите, поворачиваю, здесь все вот эти вот лампатули горят. Что это? Почти 120 цифр. 120 цифр, это что? И вот сейчас мне предстоит завести машину. В общем, мои вот, дорогуша, иду за машинкой забирать ее. Как мне объяснили, надо прикуривать. Хотя я не курю, как бы, но мне надо как-то прикурить две машины. Но я не курю. Все получилось. Две машинки сведены, прикурены. У-ху! У меня получилось! Я молодец! Все,
мои котики! Здрасте, у вас на машине написано такси. Здрасте, да. Розовое такси. Да, да, да. Это у меня этот, если что, не пугайтесь, это видеорегистратор. Видеорегистратор. Хорошо. Пристегиваемся, молодуша, молодушечка, пристегивайся. Какой раз вижу розовое такси. Я просто все слышу, ребяточки. Ну вот, вам сегодня повезло, поэтому можете загадывать желание. И оно обязательно исполнится. У вас есть девушки? Девушки есть у вас? Да, есть. Ага, ну вот, можете загадывать желание какое-нибудь. И, возможно, девушки исполнят вам, девушки ваши. Хи-хи. Подождите, подождите. А сколько вам лет, ребяточки? Сколько лет вам? 17. Ага, тогда нет, нет, нет. Нельзя такие желания загадывать. Не загадал? Уже поздно. О, вот это ты плечистый пацан, ничего себе. Вот это, ну ты что, ты спортсмен? Да. Вот это да. Оказалось, что я была у него не одна. А, вот оно что. У вас было это? Было? Ну, да. Ты чё, фоткаешься? Давай вместе, ну давай. Да, давай селфи. Давай. Давай, сейчас подожди-ка. Нормально всё? Ну я да. А я? Ну ты норм. Так. О, понимаешь, что так размазалось всё? Ой. Твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя. Так, у меня дома 9 кошек. Дома 9 кошек. Ничего себе. Да. И я есть там мои киси-киси, мои киси-киси. Они такие, мяу-мяу-мяу. Как их можно есть, ага? А вот это говорят, шаурму делают с кошками, представляете? Боже. Вы слышали это? Да. Вы едите шаурму? Нет, нет. Вот знаете, если вы поедите, то там кошки. А вы вот, вы семья. Ой, это мне аплодисменты. Да. Короче, мы приехали, мои дорогие. Вот мы сейчас вот тут, вот я вас припаркую. Не напрасно же нам такая машинка нужна, да? Вот но... так вот мы сейчас. Раз, опа, опа. Нормально. Держите. Ага, 200 и это лишнее. А это за хорошее настроение нам. О, девчонки, спасибо и вам спасибо. Давай, пока. Пока-пока. Пока. Пока. Девчонки, все, не грустите. На выход. А то сиси не будет расти. Пока-пока. Обязательно. Ой, 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 это же. Ой, ой. Это же. Ой, я ошиблась. Ой. Постоянно путаю, просто здесь повернуть. А это дворник. Ой, да что ж такое? Помыло окно. А ну понюхай, чем пахнет? Чем пахнет? Нет, нет, ты здесь нюхай, нюхай. Чем? Это кто-то сегодня ел протухшие пирожки. Твой друг. Я юмористка. Вы заметили. Я. А? Вы заметили. А. Да. Почему розовый? Почему, например, не синий? Действительно. А, я так понимаю, вы любите розовую машину. Вот это ты просто кэп. Слышал такой прикол? Ты кэп? Да, слышал. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка это флаг. Ой, флаг корабля. Вот подпевай. Капитан, капитан. Улыбнитесь. Подтянитесь, подтянитесь. Подтягивайся. Вниз, подтянитесь. Нет, вверх. А сейчас вы можете наблюдать на заднем вот этом плане. Я, конечно, на переднем, как всегда, а на заднем плане Красная площадь, вот с такими золотые купола. Так что я сейчас в самом эпицентре Москвы. Вот такие дела. Здравствуйте, это вы такси? Да, присаживайтесь. А тут написано, что черная машина будет у вас. Ой-ой, девушка, нет, там описали мне сиденье. Садитесь вперед. Ага. Главное, конечно же, это безопасность, ага. Поэтому обязательно ремешок.
Ну все. А это механика даже, да? Да. Я умею ездить. Уметь. Сейчас. Да, да? Ага. Сейчас, сейчас. Мне жарко стало очень. Не-не, нормально. Да не... У меня уже 8 лет стаж. Стажу. Если честно, я пока в шоке. Вот в небольшом, да. Ясно. А так красиво. Да? Да. Спасибо, спасибо. Я очень старалась, чтобы мои пассажирчики были в восторге от поездок. Ну, чтобы, знаете, типа, ну, деньги платили не только за поездку, а и за хорошее настроение. Вон дорогу только смотрите, да. А, да-да, сюда я нормально. Я могу несколько дел делать сразу. Кстати, мне нужно это губёхи подкрасить сейчас. Вон, смотрите, какой молодой человек смотрит. Это у вас типа такси, что ли? Почему типа? Серьезно, такси? Да? Да. Я люблю петь. Вы не любите петь? Ну, так, не особо. Нет? Угу. Ну вы же пиарщик, вы же, наверное, всяких там звезд, певиц продвигаете. Ну, есть немного, да. А вы знакомы вот с моей любимой певицей, с Олей Бузовой? Очень, да, я люблю. На мероприятии одном. Ну, а вы какую знаете ее песню? Ой, я все. А ну какие? А ну-ка. Вот новинка. Вода водится, так не боится. Угу. Ты разводил умело, но... А я не хотела разводиться. Отличная песня, ага. Как вам мой голос? Я, кстати, пишу тоже сейчас себе песню, буду записывать ее на студии. Вот через студию все хорошо будет. Да? Еще лучше, да. Да-да-да. Ну, мне сразу говорили, тебе прямиком только в студию. Типа, у тебя такой хороший голос. Вот, правильно говорили они, правильно. Да? Угу. Хотите еще? Нет, спасибо. Вот творчества Бузовой сегодня достаточно, ага. Ну точно, да, у вас 8 лет права, все дела, так, да? Да-да, да, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это просто то, что вам кажется, что машина, она такая, ну, она большая, ее от ветра колышет так. И поэтому, от ветра колышет, ладно. И поэтому вы думаете, что это... Отлично. Ага. Этот подъезд? Да-да-да, отлично, здесь становится, пожалуйста. Так, 310. Ух ты, какой ручник. Пишите мне 500. Ага. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ой, может, и нету. Вы знаете, я опаздываю. Сейчас, 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 сейчас. Я вам, может, сейчас мелочи дам. Вы не против мелочи, да? Вы знаете, наверное, все-таки не стоит, да? Я как бы без сдачи обойдусь. Такой чаевые? Такси розовые, да, и розовые вам чаевые, да. Ой, спасибо большое, дорогуша. Все, пока, ага, пока, да, пока. До свидания, спасибо. Давай, не забудь пропиарить мой инстаграм. Обязательно. Пока. Да, да, да. Ну что, мои дорогие, мои хорошие, мои котики, спасибо большое, что смотрели это видео. Я сегодня заканчиваю. Я сейчас приехала к своей подружке, мы пойдем погуляем немножко. Но я все деньги тратить не буду, потому что я же коплю на гель, на гелик, гелендваген, правильно. И поэтому давайте посчитаем. Так, вот они мои деньги. Какая-то есть даже мелочь. 30 рублей. 30 и раз, два, три тысячи, 200, 100, 200, 300. Это получается 3 плюс 200. 300, 3500. 3500 рублей буквально, наверное, часов за 7. Нет, за, наверное, 8 часов работы я заработала 3500. Если бы еще поработала там часов до... Ну, еще часа 4, я бы еще побольше бы заработала. Но на этом все. Всем моим хорошим пока. 1000 рублей я сегодня потрачу. Пойду с подружкой погуляю. А это я к себе в копилочку положу, потому что я коплю на гелик. А на этом все. Ставьте лайки, пишите комментики. Я всех лавки-лавки. Пока-пока и фу!